Об истории и ценности символа Победы сегодня узнают старшеклассники 24-й школы. Накануне в России стартовала традиционная акция «Георгиевская лента». Впервые она состоялась 18 лет назад, в 2005-м. В этом году лента стала одним из символов воинской славы России и охраняется законом. Поэтому памятки о том, как можно и как нельзя ее носить, учащимся тоже пригодятся. Эта акция очень важна тем, что это показывает, что мы чтим и гордимся теми, кто дал нам мирное небо над головой. Также мы показываем пример младшим классам, чтобы они тоже не забывали и все помнили. Это победа в Великой Отечественной войне, то, что прадеды старались, то, что должно быть уважение, честь за родину. Мы все должны быть ответственны, отдавать честь своей родине. В этом году георгиевская лента приобретает еще один смысл. Теперь ее рекомендуют носить не только как знак памяти о Великой Победе, но и как знак поддержки российской армии и наших бойцов, которые сегодня находятся в зоне военных действий. В Абакане акция пройдет 4 мая. Получить ленту все желающие смогут у Дворца молодежи с 16 до 17 часов. Кроме того, продолжат раздачу символа Победы волонтеры 7, 8 и 9 мая. Ксения Майер, Владислав Воронов, Новости.